Француз Симон Дитье занял первое место в спринтерской гонке на 10 километров на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове место. Французский биатлонист преодолел дистанцию за 22 минуты 58,0 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах. Второе место занял швед Себастьян Самуэльсон. Тройку призеров замкнул немец Арнт Пайфер. Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, с одним промахом занявший десятое место и уступивший победителю 37,2 секунды. Карим Халили без промахов занял шестнадцатое место, Александр Логинов с одним двадцать третье место, Матвей Елисеев с двумя промахами тридцать четвертое, Евгений Гараничев с одним промахом тридцать седьмые, а Кирилл Стрельцов с двумя промахами шестьдесят пятое. А что у женщин? Норвежская биатлонистка Тирилекхов одержала победу в спринтерской гонке на восьмом этапе Кубка мира в чешском Нове место. Второй стала украинка Юлия Джима с отставанием на 9,3 секунды. Тройку лучших замкнула итальянка Лиза Витоцци. Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшова, которая заняла 13 место.